Добрый день! Сегодня я приготовила в омлетнице бризоль. Сейчас покажу вам, как это сделать. На вкус получается не хуже того бризоля, который нужно делать обычным способом, так сказать. Но у меня получается быстрый, я его назвала ленивым. Делается это быстро. Я беру 2 яйца и примерно такое же количество фарш с луком. У меня фарш перекручен с луком в мясорубке 2x. Я добавила сюда перчика, соли, перемешала. И теперь все это соединю. Омлетница греется. Также сюда добавлю соль с приправками. Выкладываю фарш. И очень хорошо я это все промешала. Яйцо соединила с фаршем. Теперь в разогретую уже омлетницу выкладываю вот так. Вот так у меня получается. Прошло 10 минут. Вот они, бризольки, готовы. Они поджарились снизу. Теперь можно их выкладывать и добавлять соус. Вот так они поджарились. Я выкладываю на тарелку соус по желанию, кто какой любит. У меня такой. Может, это и, конечно, вредно, но... И вторую я укладываю сверху. Сюда добавим огурчик. Ну, собственно, кто что любит с таким блюдом. Вот так вот быстро, буквально за 10 минут. За 10 минут выпечки и за 2 минуты приготовления смеси, если есть фарш, можно сделать хороший ужин, вкусный. Попробуйте приготовить. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.